Привет всем. Снял наконец-то я oil pan, картер масляный. Отмыл его в самодельном корыце. Вот старая прокладка плоская. Вот новая. Видите, как она торчит? Я ее туда полностью засадил внутрь. Вот она села, да? Но буртик ее торчит. А вот эта родная, она вон плоская какая-то вся, сжатая, уже выработанная. Короче, ребята, показываю вам геморрой с этой машиной. Это просто охренеть. Это я хочу, чтобы видели люди, что такое Кадиллак с двигателем Windstar, с передними ведущими. Офигенная, конечно, конструкция, но только, блин, не для передних ведущих. Но если бы он был сконструирован для задних ведущих, цены бы ему не было, и все бы тогда на него пересели, потому что он мощный, простой, экономный и очень-очень быстрый. Так вот, поэтому сделали так, чтобы починить его было практически невозможно. Вот, мне пришлось отгибать вот эту трубу. Ну, как, я ее послабил. То есть, что сделал? Манифолд снял вот этот вот, да? Вот он. Трубы вот эти отсоединил. Подвязано здесь для того, чтобы не порвать провода. Конечно, так делать это не мой стиль, но снимать трансмиссию, извините, нет желания совсем. Как продуман этот двигатель, какая красота. Те люди, которые понимают, они, смотря на это видео, оценят. Что еще по делу я здесь сделал? Вот здесь вот надо отсоединить от движка вот этот вот motor mount крепление. Значит, вот этот болт еще снизу, два. Вот с такой вот звездочкой. Слава богу, они открутились. Вот, что еще? Ну вот он, подрамник вот этот, наверное, он называется, да? Единственная рама, которая здесь есть. Настолько мощная машина, что я думаю, если бы у него не было бы вот этого подрамника, корпус самой машины, наверное, мощности такой бы и не выдержал бы. Его бы гнуло и рвало. Машина очень мощная. 300 лошадиных сил. И это без всяких чипов, без всяких заморочек. Просто стак. 300 лошадей. Блин, нажимаешь на больной на этой тачке газ, и все, улетаешь. В общем, вот. Буду ставить. Сначала буду устанавливать масляный поддон. Обжимать все это вокруг. Потом опять патрубок тот. Вот ту вот штуку, да? Она, видите, сейчас у меня подперта прайбаром. Вот. И поддомкрачено. Все поддомкрачено, все. Здесь места нету. Просто нету. Вот что нужно открутить, чтобы это снять, не снимая трансмиссии. Все. На этом видео заканчивается. До новых встреч.